Наблюдателем. Наблюдатели, проверяйте, пожалуйста. Наличие пломбы. Есть. Есть. Все, все. So we're in the headquarters of one of the candidates running in the elections, in the parliamentary elections that are happening today in Ukraine. He's from the president's party. It's called the Poroshenko bloc. This is Volnovakha. It's a town that's midway between Mariupol and Donetsk. Mariupol is controlled by Ukrainians, and this town is in Ukraine-controlled territory as well. Donetsk is just a little ways away, controlled by the separatists. The elections aren't taking place there. That's his campaign poster, the man we're with. He's called Dmitry Lubinets. The main opposition to him in this area is a candidate from the 40 former Party of Regions, which is the former president's party, Yanukovych's former party. Сегодня ночью обстреливали населенные пункты вот рядом в моем округе. Поэтому на каждой дельнице, на ДВК мы поставили ребят с автоматами, это батальоны. Это либо добровольческие батальоны, либо спецбатальоны МВД. Хотя мы провокации, конечно, ожидаем. А кто ваш главный соперник в этих выборах в 60-м округе? Тот же, который был в 2012 году, есть господин Рыженков Александр Николаевич, очень серьезный бизнесмен, олигарх, владелец Донецкого металлургического завода. По непроверенным данным, человек причастен к финансированию сепаратистских движений. А ваш штаб, он как бы засекречен? Да. Постоянно мы меняем машины. Было принято решение, круглосуточно меня охраняют, ребят. Опять же, силами батальонов. Спецбатальона МВД я написал заявление, что есть угроза жизни. Как вы думаете, вы победите? Тяжело сказать. Это люди должны решать. Очень бы, знаете, мне здесь скорее... Мы готовы, и я лично психологически готов к любому результату. Проблема наших людей, за все 24 года люди выбирают богатых олигархов, которые, приходя в Верховную Раду, думают о своих заводах, пароходах, еще там чего-то. Они не думают о людях, они не думают о законах, они не думают о стране. Здравствуйте. Да, нам нужно поговорить с председателем комиссии. We're trying to get into the electoral commission now to speak to the head of the commission, find out how things are going. They've got some armed guards from one of the volunteer battalions right inside the door. Существует какая-то угроза ОВК? ОВК, конечно, но вы знаете, допустим, что если что-то произойдет с бюллетенями, которые свозятся со всех районных единиц, вот, то выборы могут именно на этом быть недействительны в округе. Как вы считаете, есть кто-то, который желал бы увидеть, чтобы какие-то из бюллетеней были испорчены или потеряны? Вы знаете, на сегодняшний день в парламент идут различные силы с различными поставленными задачами. И одна из этих сил – это идет пророссийская группа, которая будет протягивать свои интересы, интересы российского государства. Если они почувствуют, что выборы складываются не в их сторону, мы можем ожидать и срыва выборов на этом участке. Они могут вас обвинить в том, что вы своим вооруженным присутствием как-то влияете на ход голосования? Замечательно, хороший вопрос. Только в данном случае на окружной комиссии не влияют на ход голосования. Ведь здесь не голосуют. Здесь не голосуют? Здесь не голосуют. Но вы сопровождаете бюллетени из участка бюллетени сюда? Мы сопровождаем как структура правоохранительная. Ведь мы же не военные. Ведь мы спецподразделение МВД. Ведь мы же не участвуем в общевойсковых задачах. Поэтому мы выполняем прямые функции милиционеров. Holding elections in East Ukraine is almost like a military operation. They've got the volunteer battalion from Poltava here to protect the electoral commission here. Later on, they're going to be escorting the actual ballots that are going to be brought in from all of the polling stations. Their job is to protect them, to make sure that nothing happens to them
between when they're cast in the polling stations and counted here and sent to the Central Electoral Commission in the capital, in Kyiv. This is one of the polling stations in the 60th district of the Donetsk region that has been able to open. Not all polling stations have been because large swathes of the Donetsk and Lugansk region are occupied by pro-Russia separatists. And what that means is that in the major cities of Donetsk and Lugansk, the population there aren't going to have a chance to participate in this parliamentary election today. The other part of Ukraine that obviously also won't be participating is Crimea. And one of the results of the fact that these areas aren't involved is that their pro-Russian populations won't be voting for their pro-Russian candidates to go into parliament like they have in previous years, which means that unexpectedly for Russia, it's actually going to lose influence in Kyiv in a certain sense, because this new parliament is going to be a lot more pro-Ukrainian and a lot more nationalist. За кого будете голосовать? В основном за Порошенко, конечно, команда. Почему? Потому что он президент, и русская команда будет тоже за него, чтобы меньше было ссор в правительстве. Пускай уже за одну идею все вместе будут бороться до конца. We're back in Dmitry Lubinets' campaign headquarters. It's almost 4 o'clock, so people have been voting for a few hours now. We're going to find out how he's doing in the polls. Дмитрий, а можно узнать, что, как идет ход голосования, как идут ваши результаты, да? Что показывают? Да. Ну, пока где-то вровень с Рыженковым идем. Какие-то нарушения или что-то такое есть, эксцессы? Да, нарушений много. Была группа, заехала, представилась. Вот Рыженкова, группа юристов, начали лезть в документацию, в которую нельзя лезть. Ну, быстро отреагировали, правоохранительные органы задержали. Они в райотделе дают показания сейчас. Самое главное, не стреляют. Это уже хорошо. All these heavyset guys, they're members of the campaign team. Their job is to make sure that no violations are taking place at the polling station. If they get a phone call and they hear that something not right is going down, they hop in their cars and they go out there and sort the situation out. Basically, each candidate in Ukraine has to have his own personal goon squad. We're following the candidate, Dmitry Lubinets. He's on his way to a polling station to cast his own ballot. Before polls close, 6 p.m., they're only open for another 2 hours. Lubinets has just cast his ballot. There's only about an hour and a half left till the polls close, but we're not going to know until tomorrow morning the preliminary results of the election across the country and whether he's actually gotten in. Polls have closed. It's 8 p.m. and they're about to dump the ballots out of the voting boxes there, and they're going to start counting the votes. Nobody else can come in here. We're locked in until they get all the ballots out, count them, and then send them across the road to the Electoral Commission. Что вы можете сказать по поводу голосования сегодня? Явка была меньше, чем раньше. Если тогда у нас было по 55%. По 45%, то есть сейчас, сейчас мы почитаем и скажем, ну, больше 20% у нас лично. Я думаю, сегодня бы больше людей вышло, если бы вот это все связано с безопасностью. Люди переживают и от этих взрывов, за эти взрывы, и переживают, чтобы списки все-таки не попали никуда, куда не надо.
карты, чтобы потом их не... Это так. А, боятся, что их имена, может быть, в будущем попадут в руки сепаратистам. Да, 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 это такое. Поэтому боятся и мои. Да, список имени. Да, держите. It's mostly women here at the Electoral Commission, but they do have a couple guys mostly on carrying tables duty. They've just finished with the voter lists, and now they're going to put the tables together to dump out the ballots and count them. Пока считаем в каждой урне отдельно, мы должны знать количество. Так, наблюдатели. Наблюдатели, проверяйте, пожалуйста. Наличие пломбы. Есть. Есть. Всем чего. So the ballots are finally being counted at this polling station, but we won't know the results of voting here until tomorrow morning. But what we've already seen is the exit polls, their preliminary results, and what they show is a huge change in this new parliament. The Party of Regions, which was the former president's party, a very pro-Russian party, only got 6%, down from over 30%. And that means that parliamentary politics in Ukraine are going to be completely transfigured, away from something very supportive of Russia to a much more nationalist, pro-Ukrainian parliament. So even though Russia has taken over Crimea and has supporters controlling territories in eastern Ukraine, in Kyiv, in the political center, Russia's lost a lot of influence today. It's Monday morning, after 7 a.m. actually, and the reason it's taken this long to get the ballot paperwork out of all of the various polling stations of the area is because there was some shooting overnight, so they decided to postpone the count. They're only gathering stuff together now. Some members of the Poltava battalion have come here to escort the ballot paperwork back to the Central Electoral Commission of the area. They're putting the boxes onto this bus, and then these armed men are going to take it to where it needs to be counted. Well, we're back at the Electoral Commission in Volnovakha. The boxes have made it here safely. Operation Parliamentary Elections is a success. Well, this is it. All of the ballots from across the 60th district are here at the Central Electoral Commission. They've been counted. The results are about to be passed off to Kyiv. This is the last district in the country that's going to be delivering its results to Kyiv because of the military situation here. They've had to wait until this morning before it was safe to actually bring the ballots. But we know from exit polls from across the country that last night's results have been confirmed. It's a very pro-Western, pro-Ukrainian parliament that has been voted in, and the pro-Russia forces, at least in Kyiv, in the parliament, now have less than 10% in parliament, which is a huge change and is going to have massive political reverberations for Ukraine and its relations with Russia and the West. Ну что, какие-нибудь экзит-полы говорят о том, победили вы или нет? Экзит-полы говорят, но не всегда экзит-пол в нашей стране отвечает действительности. А что говорят экзит-полы? Нет, по экзит-полам, три экзит-пола, по всем я с небольшим перевесом побеждаю. В общем, на уровне идем. Хотя есть земницы, где Женков, конечно, побеждают кардинально. Такого не, в принципе не может быть. Это специфика нашего государства и наших выборов.
поэтому мы были готовы, потому что если ребята доходили до похищения головы ОНК, то честных выборов они точно не заинтересованы. Ну ничего, будем смотреть. А что будете делать дальше? Если результат будет нас не устраивать, будем обращаться в суд. А что-нибудь слышно от лагеря вашего противника? Ничего. Затишье перед бурей. Не позвонил поздравить вас? Он ждет, видно, чтобы я его позвонил, поздравил. So, election results overall look pretty clear for Ukraine, but in the case of Dmitry here, it's too close to call. So it's going to be another 12 hours before we know for sure whether it was a former supporter of Yanukovych, the former regime, who wins, or Dmitry, a member of the current president of Ukraine's voting bloc.